Украинские военные никогда не получали приказа стрелять по мирным жителям. Если у кого-то есть факты и доказательства, правоохранительные органы Украины немедленно начнут расследование. Это заявление Яценюк сделал на фоне расследования ОБСЕ. Эксперты осматривают захоронения, найденные под Донецком тел мирных жителей. Накануне их обнаружили ополченцы. При этом стали известны шокирующие подробности. У расстрелянных людей были изъяты внутренние органы. Делегация России при ОБСЕ подняла вопрос о международном расследовании обстоятельств убийства людей. Больше всего здесь женских тел. Украинские военные никогда не получали приказа стрелять по мирным жителям. Если у кого-то есть факты и доказательства, правоохранительные органы Украины немедленно начнут расследование. Это заявление Яценюк сделал на фоне расследования ОБСЕ. Эксперты осматривают захоронения, найденные под Донецком тел мирных жителей. Накануне их обнаружили ополченцы. При этом стали известны шокирующие подробности. У расстрелянных людей были изъяты внутренние органы. Делегация России при ОБСЕ подняла вопрос о международном расследовании обстоятельств убийства людей. Больше всего здесь женских тел.